Привет, ребят. Сейчас мы двигаемся, значит, в один магазинчик, вот, и попробуем местные напитки. То есть, я как понимаю, вас заинтересовала местная продукция, да, то есть Алтайского края. Вот сейчас мы на Алтае находимся. И сейчас мы посетим местный магазин, сеть такая, Мариера называется, вот. И попробуем такой вот витаминизированный напиток. То есть там, по-моему, 2 или 3 вкуса. Вот, надеюсь, они еще остались. Сейчас я вам покажу, какой магазинчик будет. Вон, видите, магазин Мариера. Вот. Ну и сейчас, собственно, попробуем. Поехали. Итак, ребят, приобрели мы, собственно, 2 вот этих продукта. Вот. Сейчас. Вот так. Смотрите, ребят. А ценник у них по 45 рублей вышел. Вот. Облепиха и абрикос напиток. Абсолютно одинаковые, но почему-то разные этикетки. Еще был один вкус. Что-то с яблоком связан был, но, к сожалению, я его не обнаружил. Вот, уже разобрали. Итак, смотрите. Облепиха, абрикос, Алтай называется. Вот так вот выглядит. Ну, как для наглядности вам показать в 2 вариациях, да, видите, напиток облепиха и абрикос. По сути, они одинаковые, как я понимаю, но разный вкус. Давайте посмотрим, что это такое. Напиток, сокосодержащий облепиха абрикосовый. Состав: облепиховый сок, облепиховое пюре, сахар, вода. В принципе, кроме как сахара, здесь ничего плохого нет в составе пока. Вот. Перед брать сбалтывать, объем 0,5. А производитель у нас ООО «Алсу», общество ограниченной ответственности, «Алсу» какое-то, город Барнаул. Официальный веб-сайт eveobio.ru. Ну что ж, давайте сболтаем. И, блядь, ну не вам не видно, да, походу. Так, ну что ж. Надеюсь, он открывается. О, есть. Ну что ж, ребят, ваше здоровье, пробуем. Но абрикос не чувствую, облепиху отчетливо. Так, музон играет, опять надо вырубить. Очень круто, ребят, заходит. Очень вкусно. Самое главное, полезно. В общем, эту бутылочку с удовольствием выпил. И чтобы быть более объективным, как бы вам обзоры с машин не очень нравятся, да? Все-таки давайте доснимем его дома, вторую бутылочку допью дома и заставлю отзыв окончательный. Увидимся во второй зоне дегустации. Ребята, вещица очень классная. Кстати, кто говорит, что старые обзоры, вот смотрите, дата свежая, 17.09 у нас. О. Вещь классная, витаминная, ту бутылочку я допил. Вот. И всем порекомендую, ребят, видите. Если я еще вижу другой вкус, я обязательно возьму. Вот. Так что витаминно, полезно, вкусно. Кроме сахара ничего плохого не обнаружено. Рекомендую, ребят, берите, не пожалеете. Пока.